Партнер проекта – компания ООО «Пармаупак». Добрый день! За первые 5 месяцев этого года российские вкладчики принесли в банковскую систему 830 миллиардов рублей, сообщили на прошлой неделе представители агентства по страхованию вкладов. Такой прирост депозитов отмечен впервые за последние 2 года. Рекордный показатель был в 2013-м, когда граждане принесли в банки 2,7 триллиона рублей. Теперь в кредитных организациях денег много, а это значит, что процентные ставки будут снижаться. Согласно исследованиям АСВ, из 100 крупнейших российских розничных банков, 86 в последние месяцы это уже сделали. Сейчас ставки по вкладам постоянно идут на спад после пика декабря 2014-го. Доходность за полгода снизилась на 4 процентных пункта, анализирует ProPerm данные Центробанка. По итогам третьей декады июня средние максимальные ставки по вкладам в рублях составили 11,49% годовых. В конце июня ставки по депозитам снизил Сбербанк. Это были правила денег.